Fresh meat. Всем привет! Сегодня будет очень сложная игра с мейном. Честно говоря, я подумаю взять паузу и поиграть пару месяцев на смурфе. В ролике вы поймете почему. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Также хотел бы попросить вас подписаться на канал. Осталось совсем чуть-чуть до 70 тысяч. Ах да, сейчас в моем телеграм-канале можно на халяву получить аркану на пуджа. Приятного просмотра. Шел 10 час, когда я пытаюсь поиграть на пудже. Мета в доте настолько тупая, что любой мой герой, на которых я играю, то есть типа Пудж, Легионка, Даунбрейкер, они лузают. А вот Кентавр, который, ну типа, я на котором я не хочу играть, он играбельный. Я не знаю, что делать, это невозможно. Просто вот Трент, Лина, Сларк, Урса, Снайпер. Каким образом можно выглядеть этот лайн? Невозможно просто. Сейчас просто какая-то мета керри. Даже не патч, а именно мета для керри. Террорблейды не играются. Фантомки не играются. Мартретки не играются. Джаггернауты не играются. Вайды изредка. Лансеры не играются. Что? Ладно, это наныл. Это наныл, бро. Это наныл, понимаешь? Хотя подожди, ну-ка секундочку. Сларк в бане. Урса не в бане. Лина в бане. Снайпер. Снайпер не в бане. Ух ты как. То есть не взяли снайпера под Трента. Это что-то новенькое. Кстати, возможно, Трент пойдет как раз на 4, а не на 5. Что могу сказать? Это медовый дум, скорее всего, будет, как я понимаю. Что очень странно, на самом-то деле. У нас ОД мид и Тинкер 4. Найс, парни, марши покидаю. Так, у меня белка. Белка — это, в принципе, хороший герой для пуджа. Все зависит от того, как она играет, эта белка. Хорошо или плохо. Если плохо, то, ну, если, типа, это не игрок на белке, а просто потому, что он, ну, просто так захотел. Ага. Ну, Трент плюс Спектра. По идее, у нас лайн посильнее. Хотя, не знаю, там просто кидает чел на Тренте, заходит вот сюда вот, дает мне второй спел. Можно этот спел взять и гасить их. Спектра кидает этого, первый спел свой, и я под мувспидом 100 иду домой отдыхать. Вот, я ж об этом. Посмотри на это, ну это ж... Ладно, это забавно, конечно, но... Чё не поделаешь. И пошел. Под ботинком. А, нет, без ботинка? Что? Я понял тебя. Ну... Там у меня кольцо есть. Ну. Давай покнем. Ты можешь уже меня не пробивать, мужик? Найс. А. Все, это... мы выиграли линию. Ну, в принципе, хоть и лайн был ужасный, я немного камбэкнул. Эти вот 4 пачки, которые ко мне пришли на этот, по тавер, это было жестко. Ладно, они дали нам запушить линию. Это сильно. Да, я зафамлю. Поближе подойдет. Вот, дай же кнопочку ему. Не получилось заманить у него. Ну ничего. Заюзен дум ботом. Не, ну я СТП бот нажал. А я очень долго. Я очень большой. Они меня не бьют, они меня не бьют, ребят. Можно меня спрятать? Спрячь, ну ты чего? Я живу. Если он спрятал, когда я бы сказал, было бы кайф. Че, кое-кто ебанем? О, какой парень тут. Некрасивый. Один летает сквозь хэграунд, второй бегает сквозь леса все. Да, на самом деле надо было уходить, но... Нормально, у меня БФ есть. Сейчас кач пойдет.
Мидасик. Что лучше, взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LoL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LoL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты можешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ссылочка в описании. А, видит. Что? Варзи стоит. Не-не, наверху нету, я проверял. Я с блинком. Могу залететь первым. Можешь прыгать, да. Мне кажется, не хопс на ХГ. Спрятал меня. Он без... Я, да, тоже уверен, что тут будет. Ну, ему ротейт. Связать? Нет. Отойти? Отойти! Прыгни, нажми кнопку! Нет. У него хаммера нет, я не вижу смысла дальше идти. А чё, копотерёмся? Я лечу. Нажали все кнопки, давай выйдем. Не, можем. Нажали все кнопки. Я умер. Беги вниз. Бля, ну нахуя вы фоксите? Ну закончится. Нету БКБ. Спрятать. Две еще. Спрятать. Найс. Да не надо. Надо было. Если что, я просто очень большой, я могу драться легко. Я не могу играть в ВС Дума. Он не должен меня Дум нажимать, он должен ВД нажимать. Он не понимает, что тут босс это ОД, а не я. А, даже нету вижена, охренеть. Я бегу к вам. Мам, я... АФК встал? У меня БКБ нет. Он без ульты, а что они делают? У меня кнопок пока нету, вообще ничего, 10 секунд, все. Так что будь аккуратен. Ты оставил на меня, ладно? Что оставить? А, астрал, я понял. Астрал на меня. Ну там бы Спитра и так не убежала бы, вообще никак. Вообще, ульт на тренде нажмёт, кер. Нет, тут его нету. А, есть. Ладно, я вышел. Все норм. Можем бот открыть. Тапиться. Кушай. Не могу. Бля, не смог. Бля, надо было выйти. Надо было, наверное. Надо БКБшки надо нафармить у них. У них БКБшки есть, у нас БКБшек нет. Мы не можем драться толком. Они все тэпаются. Я держу этот. Я хоть и буду жить долго, если что, ребят. Посмотрите на меня, я буду долго жить. Ну и какой смысл в этом? Ну, может быть, подрались бы за меня. Смотри. Это настоящее. У меня нет БКБ. Ну, ребят, ну. Ну, я говорю, они будут... Ну ладно, я недооценил тебя. Я говорю, чел слабо играет на Урсе. Есть связь? Ну, типа, минус 5 сейчас? Ладно, минус 4. Урса не убьет его. Сейчас. Не могу прокликать. Минус 4 чисто потому, что они меня не могли убить. Я сейчас куплю БКБ, и вот этого больше не будет. А они меня ничего не сделают. Го-го. И собс. Поставь на ХГ, мы убьем Шеда, он тут стоит. Залетим, убьем его. Я... Алло, могу я? Я сажал, убить его. Смотри. Нормальный файт или нет? Я помогу тебе. Ты их убьешь. Бля, только не НС. Ему надо было, мужик. Он не выходит. Я убью его. Бля, ну я не нажал. Ну, нет.
Ну я не подумал. Нас ультует и уходит. Тут. Ну по танчи я не мог. НС. Парень Балнар. Убить НСа? НС умер. Они нас обошли. Байбек, нажми на тинкере. Там Дум есть. Дум, этот. Нажми бай. Матрикс, давай в него пока. Парни, я тут одержу их. Пуш долго живет. Я пока немножко. Я убил Трента вроде. Да. Дума. Дум без ВКБ. Дай. Ой, хорошо. Поймал. Молодцы. Кого там? Видишь, надо снять кому-нибудь. Вас видят. Ничего страшного. Все. Рошан наш, все. Не сдохни, на пудже не сдохни. Мужик, я пытаюсь. Найс. Ой, хорош. Ебать, вы лучший. А че ты Рошана не танчишь, да? Спрятать меня? Там шеда мешает. Нет, не в тайминг ты. Ничего страшного. У меня 25-й скоро. Я сажу любого чела в БКБшку. Мне надо отхилиться, можем пойти подраться. Можем Шио подождать. Я бегу. Ловите. Это очень хорошо. Го дальше. Есть смок? Да, надо смоки. Сейчас ночь, мы не можем идти. Так какая разница, ночь и так будет. И так. Да можем. Можем. Нажмите смоки. Так они нас видят. Так, не через ХГ. У нас ночь каждую драку не выиграет. Да. Кайф. Голубок. Да, далеко на Урсе. Можем по топу пройтись. Смещайся к нам, мы здесь будем играть, треугольник. У нас два пса. На меня напали. Живи долго, мы бежим. Они уходят, все ногом. А, что? А, он дал этот дум в этот, в меня и в себя. А да. Почему моделька гонима? Паш, меня на меня напал, на меня напал. О боже, баш в конце дал. Хорош, мужики. Мы убили это. А моделька гонима, потому что у меня гоним есть. Он в лотус дал, понял? Я думал, это он на себя закинул, а-а-а. Дебил. Можем дальше не идти. Иди по фарме. Ну ты с файта 3000 получил. Что это? А, это иллюзия. 16 левел, иллюзия, чиллаут. Тут АД, тут. Не бей. Тут где-то тренд ходит. Ну, находим, можно скаут. Но я не думал, он нашел. Есть он тут. Он инвизит, так скорее всего, бегает. О, здесь чел инвизия. Ты его замедлил, да, сильно? Я нашел. Хорош, его. Он твой. Он без шорда. НС ультует и отходим все. На вижен, на опс. Нет одной кнопки. Дум рефрешер, ребят. Я встал так, чтобы ты меня хукнул. Да, я понимаю. Но поверь мне, там иллюзия дохренища, я могу не хукнуть. Подойди ко мне просто. Че, выйдем? Да, можем выйти. Жми. НС там овощ, он ничего не может, сейчас день. Так, у него ультимейт есть, похер. Так мы его зафокусим. Ну да, надо бы. Хекс, возьми луч на тинкере, бро. Мне кажется. Надо сюда и бежать. Нам нужен фок, этот, контроль. Дальше. Лови. Оставил хук. Хук. Я его сажу. Да есть у меня фок. Ебать. А, ну нельзя, чтоб я драку начинал. Мне нельзя подходить к драке. Ну закончи все. Так пудже мог прыгнуть, нет? А, у тебя блинка нет на пудже. Че, я могу попробовать хукнуть этого?
Дума. Надо? Стоп, что? У меня 0 дэмэджа по спектре. Гоблнер? Паунд? Да. Вот тут, ОД, ОД помочь, ОД. Есть еще? Я дома, я дома хукнул, парни, леса. Дома хукнул. Найс. Дальше, дальше, ебем всех. Ноль демон. Есть? Долби. Ну вот и все. Гем. Ну, Дум далеко, если что. Дум далеко, но типа я не уверен, что мы убьем. Тебя видно. Можете. Я на жабай, я на жабай. Бля, ну зря, да? Го-го-го-го, я иду, я иду. Бля, зря я на жабай. Ладно, давайте фоксить. Сейчас день. Нет, тогда форсить на бай. Так а чё, и у нас пушить. Баев не будет. Чё, чё будем форсить? Мужики, я бегу, я бегу. Я бегу, я бегу. Где-то дом, где-то дом. Опа. Бля. Бай нажали, я сдох. Бля, выйди, выйди на кучу. Ладно, я хуёв все сделал. Я ж тебе сказал, мы без баев. Белка, выживи, плиз. А у тебя бай есть, похер. Нахера мы идем туда? Это настоящий. Я понял. Я дома... Нет, не сожрал. Помощь? Спрятать меня? Понял. ГГ, мужики. Выживи, выживи. Ой-ой-ой, хорош, хорош, хорош. Она сдох. Найс, найс, убить. Ой, хорош! Еще. Ладно, герои не догоняются, к сожалению. Бля, бо, МКБ покупать. Найс, помог. Он ушел, он. Вот он. А, нет, вот он. Ну, блядь, что это? Уйдите, просто бэк, просто бэк. Просто выжить, мужики. Ну где? Беги, беги, просто сюда, просто беги сюда, беги сюда. Блин, хорошо. Бегу, бегу. Иллюзия, иллюзия тоже идет. Это иллюзия, иллюзия. 22 левел, смотрите, у него там 26 левел. Это настоящий, у меня 4. Гем забрать надо. Это иллюзия. Иллюзия, иллюзия, 22 левел у него. А, это же СД, я забыл. Да. Вот это настоящий. Что вы делаете? Вы вообще алкаши? Выйти, выйти. Да, на Орсе, конечно, дебил полный. Что ты несешь, чел? Ну какой баш? Ну ты что? Там чел с талантом. ГГ. Эх, а был бы блик, ты бы выжил. 57-я минута. Чел, вместо того, чтобы нормально играть, он высирает в чат, типа, это настоящий, ха-ха, настоящий, ха-ха-ха, настоящий. Сегодня не мой день явно.